гостях на кухне ресторана «Грильята Итальяна», и мы будем готовить филе аль пепе верде. Это классика из классик итальянской кухни. Говяжье филе, говяжья вырезка. Мы ее обжариваем на сковородке. Пока наша вырезка готовится, мы делаем соус. У нас есть пепе верде, перец зеленый в соусе, в рассоле, горчица и сливки. Размешиваем все хорошенько. Соли не надо, потому что у нас уже соленый перец. У нас получился сливочный пикантный соус. Готовность мяса, достаточно дотронуться до него. Вот оно у нас уже готовое, оно будет средней прожарки. Мы его затягиваем соусом. Наше филе аль пепе верде готово. Поливаем его соусом. И украшаем.